Вы через Сартану будете ехать? Ну, все. Ты просто команды подали. Да, слушай, на Сартану и там ведь направо. Ну, где? Думаю, вы за нами где-то все. Куда мы пошли сверху? Меня. Вот мы вчера только здесь были бои, вот это все сложно противника пролетело. Он был на том. Другом. Вот мы их прикрывали, вон оттуда здание, с которого мы только что вышли. Вот. И мы им оттуда помогали, а они здесь бодали. Вот сейчас пойдем покажем, где они находились. Наши передовые подразделения. Спецназы МВД втянулись, так сказать, именно непосредственно в Азовсталь. Вот, выявили огневые точки противника, и туда наведены наши артиллерии. Вот, видите, взрыв. Вот, вот, работает по противнику непосредственно. То есть мы как бы работаем. Вначале мы заходим. Выявили огневые точки, дабы уменьшить урон. Ну что себе, блин, вы еще и это. Старайтесь тут все сберечь. Конечно. Говорит, обстоятельства. Ну так так получается. Ну, вообще все по сути. Мне вообще все четко. И будем уже дальше расширять. А что еще можно выйти подняться? Большой счет. Большой вас. Давай мне шмель. Устал? Нормально? Да. Я уже вырос. Перелом для меня. Пидорская этот. Ну и мы там, короче, встали. Thank you.